Представьтесь, пожалуйста. Вознесенский Андрей Евгеньевич, 60-го года рождения, 25 ноября. Место рождения? Ленинград. Место проживания? Можайск. Улица Ленина, дом 37, квартира 1. Проживаете там же? Да, в Можайске. На данный момент нахожусь в больнице. Ясно. Боком поверните. Ранее судимы? Да, судимы. Сколько общий срок отбывания наказания? Ну, вообще очень много. Ну, примерно. Ну, 30 годов. 30 годов. Другим боком повернитесь. Очки снимите. Вором являетесь? Ну, конечно, являюсь. Как уголовное имя? Андрей Хобот. Понял.